Вакцинация против коронавирусной инфекции в Мурме идет полным ходом. Прививочная кампания для широких слоев населения началась уже в субботу. Несмотря на выходной, поставить вакцину от COVID-19 в поликлинику номер один пришли десятки мурамлян. Напомним, что сделать прививку от опасного вируса могут все желающие, достигшие 18-летнего возраста и не страдающие хроническими заболеваниями. Также те, кто уже переболел коронавирусом не менее чем 6 месяцев назад. Прививочные кабинеты работают на базе поликлиник номер 1 и номер 2. Прием ведется в будни с 8 утра и 8 вечера. В субботу до 15 часов в прививочном кабинете побывала наша съемочная группа. Как оказалось, сотни мурамлян не просто были морально готовы к началу массовой вакцинации, они ее ждали. Среди сегодняшних посетителей много пенсионеров, люди в возрасте от 65 лет и старше, которые первыми попали в группу риска COVID-19, соглашаются в том, что устали бояться и намерены всерьез позаботиться о своем здоровье. Ну, пришли на прививочку, потому что мы уже в таком возрасте, нужно обязательно привиться, чтобы не болеть. Оградить и других, и себя тоже. Мурамляне, решившие сделать прививку, приходят к назначенному времени по предварительной записи небольшими группами по 5 человек. Потоки вакцинируемых строго разделены. Среди желающих сделать прививку – люди разного возраста и профессий. Я уже 4-й год подряд делаю противокрепостную прививку. И на себе убедился в том, что, во-первых, стал меньше болеть, а если и есть симптоматика ОРВИ, но она не ярко выраженная, но не такая жесткая, как раньше, ну то есть до того, как я прививался, но и без осложнений. И поэтому решил, что и противоковидную тоже необходимо сделать. Естественным путем антитела не наработал, то есть не переболел. И решил провакцинироваться. В кабинете врача проводится предварительный осмотр, заполнение анкеты добровольного информированного согласия. Для этого требуется полис, ОМС, паспорт и СНИЛС. А так в основном переносится хорошо, чаще всего никаких проявлений после вакцинальных нет. Сейчас сидите, ждете, когда вас пригласят. Сейчас вакцину будут размораживать и пригласят. Начиная с субботы, только в первой поликлинике через прививочный кабинет ежедневно проходит порядка 100 человек. Поступление вакцины происходит регулярно. Из полученных до настоящего времени 750 доз вакцины гамма-ковид-вак на настоящий момент привиты 640 человек первым компонентом и 179 человек вторым компонентом. И сейчас мы ожидаем следующую партию вакцины. Противопоказанием прививки является острое инфекционное или неинфекционное заболевание, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, аллергии к какому-либо компоненту вакцины, беременность или период грудного вскармливания. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг или по телефону колл-центра 29032. Идущие на прививку, минуя регистратуру, должны обращаться сразу в кабинет номер 211 в поликлинике номер 1 и в кабинет 1 во второй поликлинике. Елена Петрова, Илья Облетов. Наши новости.